Добрый день, дорогие друзья и гости моего канала. Друзья, вот видно уже, вот посмотрите, вот какой чеснок. Что-то мне не очень нравится. Одним из средств борьбы с ними служит полив чеснока солью. Но соль я никогда в воде не растворяю и всегда посыпаю просто сухой солью. Цель применения солью грядок с чесноком — это профилактика грибковых заболеваний и уничтожение либо отпугивание вредителей. Поэтому, друзья, если я вижу уже, вот чеснок начинает желтый, я вот беру соль и посыпаю прям сухой солью. Сильно не злоупотребляю. Вот пачка мне вот 1 килограмм соли вот на эту грядку, я считаю, что это достаточно. И вот так вот посыпаю. Так я делаю каждый год, и я всегда бываю хорошим урожаем чеснока. Почему я решила сегодня вот так сделать? Потому что у нас дожди, дождь как раз растворит. Так вот, пачка на эту грядку у меня ушла. Вот, друзья, видите, как бы желтеет, вот видно даже. И каждый год так бывает. И всегда я посыпаю солью. Так что не переживайте, все у вас получится и будет хороший урожай. Я никакие другие удобрения не вношу, друзья, потому что земля у нас, как говорится, плодородная. Тут и перегной, и навоза, все есть. Поэтому соль поможет. Если вам было полезно это видео, то ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Просто у нас вон тучи гуляют. Сейчас дождь пойдет, и все это, как говорится, растворит. И будет польза.